понятно, откуда она выросла. Значит, давайте разбирать. Изначально. Это изначально. Мора де Дори, по сути, все то же самое. Еще раз. Убираю. Это геохармикат де Дори. Убираю. Это айхармикат де Дори. Принцип входа омота и ура одинаковый. Держи. Омота изначально пытается своего партнера. Просто стоит. И атаковать. То есть опять, если партнер у вас грамотный, он от вашего удара начинает смещаться. И ваш удар, по сути, превращается в отель базар. То есть вы показали движение, с которого ваш партнер стек. Так понятно? Ура базар – это изначально попытка зайти за спину партнера и атаковать его со спины. Условно, вы можете атаковать его шейные позвонки или район почек со стороны спины. Если вы делаете короткую форму и работаете как вайхарми катаки дори, то есть просто протягиваем ногу уже, то входя в партнера в омут и базар, открываете ему бок и точно так же показываете в него атаку. То есть омут и базар вы всегда хотите войти в партнера фактически линейно и атаковать его линейно, условно, на самом деле показательно. Ура базар вы всегда пытаетесь зайти за спину и атаковать партнера со стороны спины уже. Так ясно? Это на едином уровне. Омоте и уровазар. Омоте – это всегда попытка войти в партнера. Ура – это всегда попытка зайти за. Ясно? И какой захват у вас рождается? Море де Дори, Яйхармин, Айхармин – вам не важно. Омоте – это всегда вход за. Ясно? Как и все остальные захваты. Ура, вход за спину, омоте, вход в партнера. Запомнили?